Авраам Линкольн как-то раз сказал, что каплей меда мух можно поймать гораздо больше, чем галлоном желчи. Всем доброго очередного утра с Андреем Тихоновым. И сегодня у нас с вами четверг. А это говорит о том, что разговаривать мы с вами будем о манипуляциях. И сегодня, дорогие мои подписчики, мы будем разбирать такую манипуляцию, как подмазывание. Я думаю, что, наверное, не стоит объяснять, что такое подмазывание. Все мы это знаем, каждому из нас кто-то когда-то подмазывался. И, скорее всего, что мы тоже кому-то когда-то подмазывались. И вот эта манипуляция подмазывания, она на самом деле направлена именно на наше тщеславие. На наше тщеславие, которое, вот, понимаете, затуманивает наше сознание. Когда люди нами восхищаются, мы что такие? Да, я это называю почесать эго еще. Когда мы подходим к человеку и начинаем им восхищаться. Я вам даже больше хочу сказать. Если, ну, такой даже давайте инструмент прямо вот конкретный дам, как можно попробовать эту манипуляцию, как она работает. Когда вам человек что-то рассказывает, как нужно делать, начните просто-напросто восхищаться этим человеком и его конкретными действиями. И вы увидите, как человек начнет, в переговорах есть такое понятие, начнет рассыпать бобы. Он начнет улыбаться, сразу больше информации начнет нам выдавать. Вот просто-напросто попробуйте. Давайте я приведу пример, как это подмазывание работает. Я записал несколько таких основных подмазываний, которые мы часто можем встречать в своей жизни и в работе. Первое. Вы, как один из лучших специалистов нашей команды, должны. Дальше, второе. Вы, как образованный человек, согласитесь со мной, что... И третье, я как риэлтор, и поэтому выбрал третье такое. Вы же как профессионал своего дела сможете продать мою квартиру дороже. И вот здесь смотрите, какой интересный момент получается. Как работает эта манипуляция. Нам люди обращают внимание на какую-то нашу сильную сторону. Ту, с которой мы с вами в принципе согласны. И как только мы получили вот этот комплимент, дальше нам ставится задача, и нам уже вроде бы неудобно отказать тому человеку, который нас похвалил. Здесь очень важно понять, что у данной манипуляции существует конкретная формула. Формула заключается в следующем. Комплимент. Плюс команда на действие. Вы, как один из лучших специалистов нашей команды, это комплимент. Должны, это уже команда. Вы же профессионал своего дела. Это комплимент. Поэтому сможете продать мою квартиру дороже. И все, ну мы же да, мы же профессионалы. И нам потом сложно отказать. Но как здесь работает, то есть какое, как про, забыл это слово, противодействие, как отразить эту манипуляцию, давайте мы с вами разберем. Во-первых, не нужно каждый комплимент, это такое правило, не нужно каждый комплимент воспринимать как манипуляцию. Нужно, еще раз повторюсь, то есть учитывать следующий факт, комплимент плюс команда. Если нам сделали комплимент и не последовала команда, просто можно ответить «Спасибо большое, я очень рад, что вы меня цените так высоко». Ну, это тогда, когда нам просто сделали комплимент без команды. Но ушки на макушке, ждем, что вдруг эта команда будет. Теперь давайте я покажу конкретный пример, как это можно отразить, если все-таки комплимент плюс команда прозвучала. Вы же профессионал своего дела, поэтому должны продать мою квартиру дороже. Спасибо вам огромное за такую оценку. Я очень много трудился, чтобы таким быть. Именно потому, что я являюсь профессионалом, буду говорить с вами откровенно и скажу, что продать квартиру можно только по рыночной цене. Ну, либо вы, как образованный человек, согласитесь,
что данная теория верна. Спасибо вам огромное, что вы меня оцениваете как образованного человека. И именно поэтому не могу с вами согласиться, что данная точка зрения верна, ровно до тех пор, пока я не изучу ее более подробно. Ну что, дорогие мои подписчики, вот такие манипуляции, если вы обратите внимание, мы встречаем на своем пути практически ежедневно. Нам всем друг от друга что-то нужно. Я показал, как эта манипуляция работает, рассказал о ее формуле, рассказал о ее противодействии. Пользуйтесь, применяйте и не позволяйте, чтобы вами манипулировали. Всем вам отличного дня! Самого лучшего настроения. Ну и до завтра. Пока-пока.